Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru. Давайте в этом видео я вам расскажу про карту Freedom, банка Freedom Finance, Казахстан. Это мультивалютная карта, есть счет в тенге, в рублях, в долларах, в евро. Можно оформить самостоятельно, можно оформить с доставкой в Россию. Ссылочку на телеграм-канал с подробными условиями об оформлении этой карты я вам дам под этим видео. Напоминаю, пока еще есть такая возможность, рекомендую оформить эту карту, потому что банки Казахстана все более усложняют процедуру получения для россиян. Я, например, расскажу, какие дополнительные условия недавно совершенно, какие сложности для самостоятельного оформления, какие нюансы. Поэтому, если вы зашли в телеграм-канал и карту Казахстана уже нельзя оформить, то будет висеть просто там ссылочка с пометкой «Оформление банковской карты больше недоступно дистанционно». Ну так вот, почему карта Freedom Finance? Скажу сразу коротко ее преимущество. Мультивалютная карта. Можно очень быстро пополнить из России, так как есть банк Freedom Finance России. Правда, он сейчас стал называться «Цифробанк», но смысл остался один и тот же. Это общая структура, там общие, ну, работники, которые между собой коммуницируют. Можно пополнить в течение нескольких минут прямо в приложении. Даже когда вы открываете приложение банка Freedom Finance России, там вот сейчас, например, в данный момент выплывает окошечко для моментального пополнения в рублях банка Freedom Finance Казахстана, сделайте то-то, то-то. Но это я сюда вставлю подробное видео, как это сделать. Итак, если вы делаете самостоятельно, вам нужно сначала оформить ИИН казахстанский. Если самостоятельно, без помощи, без всякой, едете в Казахстан, 2-3 дня, идете в соответствующий государственный орган, пишете заявление, через 2-3 дня вам делают. Самая главная сложность начинается в следующем. ИИН, во-первых, может оформляться не 2-3 дня, сами понимаете, после сентября 2022 года наплыв россиян идет. Во-вторых, власти Казахстана, ну, в различных чатах, сообществах появляется информация, что при нерезидентам, то есть тем, кто не работает, иностранцам, но из-за того, что очень много россиян его делают, ИИН могут прекратить выдавать в Казахстане. Поэтому надо, если вы задумались делать, надо делать это как можно быстрее. Можно дистанционно сделать через нас. Подробности будут в телеграм-канале через наших партнеров. Занимаюсь не я, мои хорошие партнеры. Я ездил в Казахстан, общался, посмотрите видео из Казахстана. У меня, кстати, есть карточка банка Freedom Finance. Сейчас вам ее покажу. То, что я, как вы видите, все записываю на личном опыте. То есть все, что делаю сам, а не то, что вот оформляете, а сам не делаю. Вот банковская карта Freedom Finance, казахская. То есть я ее сам оформил, она работает везде, за границей абсолютно. Снимаю наличные, оплачиваю сервисы, немецкий сервер. У меня сайт висит на немецком сервере, оплачиваем электронные визы в Индию. В магазинах в иностранных покупаем, естественно, Microsoft, Adobe, все можно оплатить. Ну так вот, ИИН. Проблема в чем? ИИН может не подгружаться. То есть, если вы сами едете в Казахстан, вы там можете зависнуть недели на три. Считайте билеты, стоимость проживания, и не факт, что еще сделаете. А если ИИН не подгружается в банках, то банк не видит его и ждет, пока ИИН подгрузится. И после этого только начинает открытие счета. После того, как началось открытие счета, счет могут открыть банковской карты. Раньше делалось в течение 5 рабочих дней. Сейчас в связи с наплывом иностранцев, россиян, прежде всего, банковская карта Freedom Finance, если вы делаете все самостоятельно, делается 10 рабочих дней. И еще власти Казахстана ввели условия банка Freedom Finance. Теперь выпуск для нерезидентов, для россиян, платный 15 тысяч тенге. Эта сумма спишется после пополнения карточки банка Freedom Finance. Также, если вы едете в Казахстан, обязательно езжайте сами с загранпаспортом, так как в нем ставится штамп о пересечении границы. В российском паспорте этого нет, вот вам лайфхак. Вы нет, поедете с российским паспортом, будете делать регистрации, ходить еще в миграционные офисы, бюро. Также вам нужно оформить местную сим-карту, желательно. Если вы делаете через наших партнеров с доставкой в Россию, то можно сделать, привязать даже к российской сим-карте, не делать казахскую.
Как происходит доставка? Доставка карты Freedom Finance происходит через курьерскую службу банка, по вам приходит карта. Если у вас нет российской карты Freedom Finance, дополнительно еще оформят российскую карту. Ну, я сделал, например, сам российскую карту, спокойно в Москве живете, сходите в офис, оформите. Если в вашем городе есть офис банка Freedom Finance, можете спокойно сходить, сами оформить. Да, и очень важный момент, вот эту карту Freedom Finance мы можем доставить не только в России, но во многие страны мира, будет плюс там 7-10 тысяч за доставку дополнительно, но это уточняется у наших консультантов. Вот такая вот важная особенность, можем доставить в любую страну мира. Я оформил сам в Казахстане, как раз в Казахстане я потратил 2 недели, сам все знаю, имея партнеров, которые мне во всем помогали. 2 недели летом, то есть до сентябрьских событий. Сейчас сами понимаете, что там творится, очереди еще, надо записаться в этот банк. То есть если сами рассчитываете, что вы туда поедете 2-3 недели, если у вас, допустим, будет прогружаться долго ин, будет делать вам 10 рабочих дней, сами рассчитывайте, насколько вы туда поедете. И не факт, что за это время банк Freedom не ведет каких-то дополнительных ограничений. Вот мы делали, например, карту Джусан, банка Казпочта. Банки вводят дополнительные ограничения, трудовые договора, все чаще проверяют, все сложнее и сложнее. Например, эти банки сейчас уже сделать нельзя. Сколько продлится возможность сделать дистанционный Freedom Finance, не могу вам сказать. Поэтому поторопитесь, реально, санкции, все западные, скажем так, страны, все ужесточают. Опять банкам Казахстана просто так открывать карту россиянам, ничего с этого не имеют, тоже невыгодно. Они вводят, вот, как я уже сказал, за открытие карточки. Сейчас за перевод, например, был 0,5%. Буквально с первых чисел декабря сделали 1%. Но почему карта Freedom Finance очень выгодна? Можно перевести рубли, можно перевести моментально за 1%, можно перевести вообще без процентов с расчетного счета российского банка. Я использую Тинькофф, например, сам. Можете перевести на Freedom Finance и оттуда перевести по номеру счета. Можете с самого Тинькова перевести, допустим. Там есть, я сюда дам реквизиты, то есть по рублевым реквизитам. Я перевожу либо с Тинькова по рублевым реквизитам, либо перевожу с Тинькова через систему быстрых платежей по номеру телефона на Freedom Finance российский и с российского на казахстанский. Вот еще какая классная возможность есть. Можно открыть брокерский счет в России. Если вы крупную сумму хотите переводить, купить на нем доллары и опять доллары перевести с российского брокерского счета на банковский счет российский. И после этого с банковского счета Freedom Finance, там тоже мультивалютный счет в России, перевести на банковский счет, на банковскую карту Freedom Finance Казахстана. Будет 1%, но не менее $50 на данный момент. Если крупная сумма, там, не знаю, 500 у вас тысяч рублей, там 10 тысяч долларов, то всего лишь 1% вы заплатите за перевод. Поменяете доллары по биржевому курсу, переведете их без комиссии с брокерского счета российского на банковский счет российский, с банковского российского счета долларового переведете на банковский долларовый счет Freedom Finance за 1%. Такие, скажем так, очень-очень хорошие условия на данный момент, это вообще ни о чем. То, что, например, через криптовалюту 5-7%, через золотую корону 5-7%. Но опять, вот многие считают, ой, а там 3%, говорят, там 2%. Но я думаю, многие понимают, в какой сейчас ситуации мы живем. Хорошо, хоть вообще можно это сделать, можно открыть карту дистанционно, можно перевести туда деньги за несколько процентов. Вот, опять же, скоро такой возможности, возможно, не будет. Как вы видите, все ужесточает, все усложняет. Я помню, еще весной можно было вообще онлайн в Казахстане счет дистанционно открыть. Я помню, можно многие банки раньше были открыть. Сейчас все сложнее и сложнее. Поэтому еще раз напомню, если вы перешли по ссылочке в телеграм-канале, но уже невозможно оформить банковскую карту Казахстана, мы напишем. Оформление банковской карты Казахстана дистанционно для россиян приостановлено. К сожалению, уже не можем предоставить данную услугу. Ну, я все ссылочки полезные, как быстро пополнить карту Freedom Finance с Казахстана, из России, с российского
приложение Freedom Finance. Приложу под этим видео на телеграм-канал, потому что записывал с телефона, удобнее смотреть с телефона. Ссылочку на телеграм-канал с условием оформления карты Freedom Finance с доставкой в России тоже приложу под этим видео. Все нужные инструкции, как перевести деньги, все ссылочки смотрите под этим видео на YouTube. Наш канал Борис Соколов, visasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на телеграм-канал, где рассказывают все эти способы пополнения банковских карт Казахстана. Для чего вообще еще нужна карта? Если вы особенно путешествуете, Booking нельзя с российской карты забронировать, Airbnb нельзя. С банковской карты Казахстан я спокойно бронирую Booking везде. Даже можно иногда забронировать, оплатить наличными деньгами. Можно снять наличные везде. То есть я спокойно снимал наличные в местной валюте. Евро там в Португалии снимал, лей в Молдове, в ОАЭ, дирхамы. Ну, естественно, везде платил. То есть карта работает везде, никаких ограничений нету. Поэтому пользуйтесь. Ну и даже если вы не путешествуете, очень многие сервисы, такие как Microsoft, такие как Adobe, Zoom, Tinder, Spotify, Preply, Italkin, очень-очень многие, DigitalOcean, нельзя платить с российской банковской карты, она вам пригодится даже для работы. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!